Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели, я расскажу стихотворение Павел и Сила. Мое имя Вальдемар Ильк, я являюсь служителем в Церкви Божией города Хальбон по улице Дамштрассе 55. Удивительная история, которую мы читаем в Деянии 16, 25-26 стих. Собственно, когда Павел и Сила попали в темницу, побитые палками, и вот они там запели, запели от всего сердца так, что заколебалась земля. Удивительно, как мужи Божии могли справляться с трудностями в их жизни. Ну вот, стихотворение. Сначала текст из Библии. Деяния апостолов, 16 глава, 25-26 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Побитые палками Павел и Сила в темнице с суровым режимом сидят. Казалось, им жизнь и дыхание немило, и дух их печалью и скорбью объят. Их ноги в колоды забиты жестоко, их спины кровавым горят кумачом, и некому раны омыть им, пророкам. И завтра их встреча ждет вновь с палачом. И шаг свой как будто замедлило время. Минуты часами казались в тиши. На плечи святых вновь возложено время. Как долго страдать им и боль всю нести? Пришельцы и странники, мы в этом мире, и путь наш страданиями устлан порой. Лишь в вечной отчизне, в небесном эфире, наступит священный и вечный покой. И взгляд из темницы к небесному граду они поднимают. Их дух ввысь парит, и вновь им Спаситель дарует отраду, и нежно с любовью им говорит: что глаз ваш не видел и сердце не знало, что слух ваш не слышал, то вскоре вам дам. Недолго страдать вам, сотру все печали и силою новой наполню ваш храм. Побитые палками Павел и Сила в темнице с суровым режимом сидят. Их словно сияние Христа осенило, и дух их смог силу от Бога принять. Их ноги в колоды забиты жестоко, и спины кровавым горят кумачом, но взгляд их сияет в темнице глубокой, и сердце любовь излучает огнем. Они, помолившись, запели песнь славы, запели всем сердцем, всей силой своей, и песнь благодарности, песню о главном, о Боге, что любит, прощает людей. Прислышались узники с чувством глубоким, и будто светило надежды взошло, и пение страдальцев, как отзвук далекий, с прекрасного неба до них вдруг дошло. За полночь уже, а хвала все сильнее звучит в отдаленной филиппской тюрьме, и Богу приятно то было хваление двух сильных мужей в их бессилие во тьме. Земля затряслась, и оковы распались, раскрылись все двери в темнице сырой. Свободу Бог дал, братья дружно обнялись. Какой Бог наш сильный, какой Он святой! Хотел страж темницы покончить с собою, но Павел его от греха уберег. Что делать, скажите, спастись бы с семьею? Лишь верой в Христа и спасет вас сам Бог. Омыл им страж раны и принял крещение, и стал славить Бога всем домом своим. Так Бог из печали устроил хваление, свободу Он дал и своим, и чужим. Пришельцы и странники мы в этом мире, и путь наш страданиями устлан порой. Взгляд в вечность направь, и в небесном эфире увидишь священный и вечный покой. Побитые палками Павел и Сила в темнице Филиппской хвалили Творца.
Дай Бог, чтобы и мы Его сильно любили и смело всегда прославляли Христа.